Привет, друг! С тобой Эван. Мы продолжаем играть на сервере CCD Planet в GTA 5, все как всегда. Сразу хотел вам сказать спасибо большое за актив под всеми сериями, которые вышли по CCD Planet. Вы просто, пацаны, нереальные красавчики. В прошлой серии я сказал, если наберется 100 лайков, то я найду человека, который шарит за чипы, и он вам расскажет, как настраивать тачку, а также солю пару чипов. Пару чипов я уже нашел, но человека все еще ищу. Так что после этого видоса точно выйдет уже видос с чиповками. Так что подпишись на канал, чтобы не пропустить. Также под прошлой серии в комментариях я вас спросил, на какую идею еще заснять ролик. Один пацан написал: Эван, было бы круто узнать о всех тачках, которые присутствуют на сервере. Не только в автосалоне, а и в кейсах. Потому что есть такие тачки, которые не продаются в автосалоне, а выпадают только с кейса. Поэтому сегодня я вам расскажу о всем транспорте на этом сервере. Так что присаживайся поудобнее, готов что-то покушать, и мы начинаем. CCD Planet не хотел сделать как вам там, поделить отдельно на BMW, Mercedes, японские, китайские, ну короче вы поняли. Он просто сделал как в ARPA серверах, просто три автосалона, это дешевый, мажорный и средний. Поэтому мы сейчас покатаемся по автосалонам, посмотрим, какие тачки присутствуют по ценам, а после этого всего, давайте заперем двери, я вам расскажу, какие тачки выпадают из кейсов вот здесь, в F10. Салон дешевых автомобилей. Собственно, пацаны, чтобы не задерживать эфирное время, я просто вам буду говорить тачку и какая цена. Потому что здесь очень много тачек, и если я буду называть и говорить, описывать каждую тачку, то это затянется на очень долго. Жалко, что здесь не пишется максималка, я так понимаю. Вот, по названию, давайте по цене. Вот, ВАЗ-2107 за 72 тысячи рублей, ГАЗ-24 за 130 тысяч рублей, Toyota Sprinter Truena, короче, АЕ-86 за 150 тысяч рублей, Volvo 145 за 180 тысяч, кто смотрел прошлую серию, это лучшая тачка для новичков, чтобы собирать ресурсы, ну, на начальном уровне. Конечно, лучше Sierra, но это нормально тоже, Honda CRX 220 тысяч. Дальше идет Chevrolet Caprice за 250 тысяч рублей. Дальше идет Mitsubishi Galant VR4 за 293 тысячи рублей. Ford Focus SVT за 325 тысяч рублей. GMC Sierra за 350 тысяч рублей. BMW пятерка E34 за 410 тысяч рублей. Mercedes-Benz E-Class 210 Blue Patte за 450 тысяч рублей. Nissan Silvia S13 за 450 тысяч рублей. Mercedes-Benz E-класс W124, который дороже, кстати, Лупатова, который стоит 520 тысяч рублей. Нива стоит 550 тысяч рублей. Chevrolet Impala 680 тысяч рублей. BMW пятерка E39 690 тысяч рублей. Ford Bronco 720 тысяч рублей. BMW E38 780 тысяч рублей. Nissan Fairlady 240Z 800 тысяч рублей. Suzuki Grand Vitara 820 тысяч рублей. Volvo 850R 850 тысяч рублей. Lexus SC300, то есть SORR, за сколько? За 900 тысяч рублей. Audi S8 D2 970 тысяч рублей. W126 здесь даже есть, стоит 990 тысяч рублей. Toyota RAV4 990 тысяч рублей. Audi A3 TFSI двигатель лям. Toyota Prius лям. Дальше отправляемся в автосалон средних автомобилей. Mazda M3, ой, говорю M3, тройка МПС, вот такая вот, за 1 миллион 50 тысяч рублей. Chevrolet El Camino SS за лям 100, Nissan 350Z за лям 100, Mercedes-Benz CLS W219 за лям 250, Mercedes S-класс, он же кабан, W140, рубль, хотел сказать, ну да, рубль 40 за, рубль почти 40 за рубль 385, Audi A8 за полтора, это уже современный V12, вся херня, Subaru BRZ, полтора, Infiniti QX56 за лям 700, Lexus LX470 по типу сотого крузака, вот, за лям 900, Mitsubishi Lancer 9 за лям 950, Golf 7 за лям 950, Alpina B10 3.3, серьезно, здесь есть E39 Alpina за 2, здесь есть M5 E39, и здесь есть просто 530i.
Неплохо. GMC Вандура за 2 ляма. Лучшая тачка для просто собирателя лута. Лучшая, потому что 293 места. Audi S3 2 ляма. Cadillac Escalade старый за тоже за 2 ляма. Camry 55 за 2100. M5E39 за 2100. Octavia RS за сколько? За 2450. Mini Hatch John Cooper Works 2 за 2500. Kia Stinger за 2600. Shelby Mustang за 3250. Mercedes-Benz E-класс 213. Это просто, кстати, не Ешка, просто E200. Дизельная, токсичная, наверное. Хотя нет, это бензиновая. За 3500. M5E60 за 3500. Ford F-150 Raptor за 3700. И все, это выходит самая дорогая тачка в этом автосалоне. Выходим и едем в элитный. Я зашел первый раз в элитный автосалон, смотрим. Сразу встречает нас BMW 5 G30 за 5400. Это чувство, когда прямой конкурент ей это Ешка. Но Ешка стоит 3500, а это стоит 5400, пацаны, выбирайте. X6 F16 это старый за 5400. X6 вот такой вот. Дальше Camaro ZL1 за 5800. Audi S8 Plus за 5900. Jeep Grand Cherokee SRT8 за 5980. Audi S5 за 6100. Jaguar I-Pace за 6300. X6M F86 за 6950. CS63 AMG Coupe 6990. Нету, кстати, здесь 204 CS-шки, есть только вот это 205, я так понимаю. Audi RS5 за 7350. Maserati Gran Turismo за 7700. Дальше у нас Dodge Charger SRT Hellcat за 8500. Cadillac Escalade новый, который, ну, уже предпоследнее поколение, за 8700. Ешка 63 за 8920. Дорес тоже. Audi R8 V10, это еще старое, за 9500. M5 F90 за 9800, тоже дорез. BMW Сиперка G11. Стой, это же G12. Ладно, G11, как они говорили, но это G12 за 10900. Porsche 911 GT3, тоже старый такой, как его соком разложил, за 11250. V-класс 447 за 11850. Aston Martin DBS за 14 миллионов. BMW X5 новый Competition 1 миллион, ой, говорю 1 миллион, 14 миллионов 300. Mercedes-Benz G500 Гелик за 14720. BMW M8 Competition купешный за 14850. Panamera Turbo за 16600, охренеть. Aston Martin One Quash, ну вы поняли, да, за 18 миллионов. Уже 3 Aston Martin на этом сервере, офигеть. Ferrari F355, вот это прям офигенная фера, прям очень красивая. Если бы еще здесь была Testarossa, это был бы вообще шик. Diablo SV за 25 миллионов, тоже офигенно. Huracan Performante за 25 миллионов. Lamborghini Urus за 26500. 488 Pista за 28500. Rolls-Royce Cullinan за 39700. Это выходит самая дорогая тачка на этом сервере, 39700. Но у меня сейчас вопрос: а где Aventador? А где Chiron? А где McLaren? Вас тоже это интересует, да? Меня тоже. Теперь перейдем к кейсам, потому что здесь не МТА, нету название кейса, и справа написано, что оттуда выпадет. Здесь просто кейс за 1500. Ну, первое, конечно, кейс за уровень. Дальше стартовый кейс за 1500. Автомобильный кейс за 5000 рублей. Автомобильный кейс 4 за 2500. Автомобильный кейс 3 за косарь. Автомобильный кейс 2 за 300. И автомобильный кейс 1 за 100. Ну и, конечно же, кейс BMW, как без него, за 2000 рублей. И сейчас я расскажу, что в каждом кейсе находится.
Значит, кейсы за уровень, как вы видели, находится один лишь гелик, который, не знаю, выпадет ли когда-то. Находится 15, 150 тысяч, миллион, 5 тысяч и еще там очки для уровня. Вот, мы переходим именно к кейсам за бабки. Давайте начнем с конца и начнем мы с кейса BMW. Собственно, в этом кейсе находится эксклюзивная машина, которую не купить нигде. Она может только выпасть из кейса. Ну, вы можете, конечно, купить ее на аукционе, либо из рук. Собственно, это я говорю про BMW M5 F90KS. Она выпадает только с этого кейса и с кейса за 5000 рублей. Также в этом кейсе выпадает BMW X5 M Competition, BMW 7, G11, который G12, BMW M5 F90, BMW X6 M F86, BMW G30, 5 серия, BMW X6 F16, BMW M5 E60, BMW M5, E39, также E38, просто E39 и просто E34. Дальше переходим к кейсу номер 1. Здесь выпадает 7, ГАЗ-2410, Toyota Sprinter E86, Volvo 145, Honda CRX, Chevrolet Caprice, Mitsubishi Galant, Ford Focus, GMC Sierra, E34, S13 Sliva, Lupatti W210, 124, Niva, Impala, 5, E39, Bronco и E38. Почти выпадает весь автосалон дешевых автомобилей, почти. Здесь выпадает Infiniti QX56, Audi A8, Subaru BRZ, Caban 140, CLS 219, Chevrolet El Camino SS, 350Z, Mazda 3 MPS, Toyota Prius, Audi A3, Toyota RAV4, Mercedes-Benz W126, Audi S8 D2, Lexus SC300, тот же SORR, Volvo 850R, Suzuki Grand Vitara, Nissan Fairlady Z. Автомобильный кейс 3 за косарь рублей. Здесь тебе может выпасть Lexus LX470, Volkswagen Golf 7, Lancer 9, Cadillac, старый который, Audi S3, GMC Vandura, Alpina B10, 3.3, это E39, BMW M5, E39, Camry 55, Octavia, Mini Cooper, Kia Stinger, Shelby, Ешка 213, E60 M5 и Ford F150 Raptor. Автомобильный кейс 4. Здесь может выпасть себе X6 F16, BMW 5 G30, Chevrolet Camaro ZL1, Audi S8 Plus, Cherokee SRT8, Audi S5, Jaguar I-Pace, X6 M F86, Mercedes-Benz C63 MG, Maserati Gran Turismo, Audi RS5, Dodge Charger SRT Hellcat, Cadillac Escalade, новый, Mercedes-Benz E63S, W213, Audi R8 V10, BMW M5 F90, BMW 7, G11, ну, который G12. И автомобильный кейс 5, который самый дорогой, здесь тебе выпадет Rolls-Royce Cullinan, Lamborghini Urus, Ferrari 488 Pista, Lamborghini Diablo, Ferrari F355, Lamborghini Huracan Performante, Aston Martin Vantage, Porsche Panamera, BMW M5 F90KS, как я говорил, эксклюзивно только с этого кейса, BMW M8 Competition, Gelic G500, BMW X5 M Competition, Aston Martin DBS, Mercedes-Benz W447, то есть Vito, и Porsche 911 GT3. Также, если вам выпадает эксклюзивная дорогая тачка, в чате пишется, что такой-то игрок выбил такую-то тачку. В принципе, пацаны, там все. Вот такой видос вышел. Я надеюсь, тебе он очень понравился. Кто не знал, какие тачки присутствуют на сервере, теперь знает. Теперь знает, кто с какого кейса, какие тачки выпадают. Также я, наверное, приложил к этому всему скриншоты. Вот. Поставь лайкос, чтобы продвинуть этот ролик в топ. Напиши в комментариях, какую тачку ты бы хотел увидеть на этом сервере. Я, в принципе, свои уже сказал. Пиши ты свои, будет очень интересно почитать. Может, вдруг зайдет админ, посмотрит такой, блин, эту тачку надо добавить на сервер. Будет очень круто. Также подпишись на канал, чтобы не пропустить ролик с щиповкой. Я надеюсь, он будет следующий. Вот. Нажимай колокольчик, чтобы всегда смотреть мои ролики первыми. Ну, с тобой был Эван. Всем желаю хорошего дня. Всем удачи, пацаны. И всем пока-пока.